Победа за нами. Диабло пал, и все зло исчезло вместе с ним. Зло отступает, но не исчезает. Время покажет. Именно человек спас от разрушения два мира и навеки низверг великое зло. Для ангелов и людей забрезжил новый рассвет. Ибо герой человечества, Нефалем, выступил против тьмы, противостоять которой мы были не в силах. Братья мои, я снова займу место среди вас. Но теперь, как смертный. Сегодня, когда справедливость восторжествовала, я стану мудростью. Голосом тех, кто рисковал всем, ради нашего спасения. И в лучах этого нового дня ангелы и люди будут идти плечом к плечу. Отныне и впредь. Но не тут-то было. Диабло был повержен. Казалось, наконец наступит мир. Но этому не бывать. Ибо сущность Диабло заточена в черном камне души. Я не могу уничтожить камень, но и не позволю злу остаться на небесах. Нужно скрыть камень, даже от ангелов. Надеюсь, этого будет достаточно. Спасибо вам, Харадримы. Ваша служба окончена. И теперь вам надо... бежать.
Фален остановит тебя. Никто не остановит смерть. А я тут вспомнил, я уровень не поднял. Нужно поднять немножко уровень, чтобы не так было просто проходить, потому что в прошлый раз я просто уже щелкаю как абрикосики. Я знаю, что в Вестмарше началась кровавая жатва. Ангелы убивают всех, кто попадается им на пути. Я должен увидеть все своими глазами и выяснить, зачем они пришли. Так много вопросов. И так мало времени. И так мало ответов. Да. Так вот, придется, видимо, выйти и поднять уровень, потому что тут только можно понизить, а повысить не дают. Нужно вернуться. Сорян, нужно повысить немножко уровень на истязание хотя бы. Потому что я оделся в прошлый раз прикольно, и сейчас уже просто вообще не смешно уже играть. Эксперта меняем на истязание, например. Да? Камень души у Малтаэля. Следуй за мной. Слишком много смертей. Я должен бежать. Но тебе надо встретиться с Тираэлем и решить, что делать дальше. Мы обязаны найти Малтаэля. Тираэль ждет меня в Вестмарше. Ступай. Я передам его, наблюдал за стражником, которого поразило заклинание Девы. Он выл от боли, пока его тело полностью не обратилось в прах. Ворота. Эти ворота запечатаны заклинанием, которое я не в силах разрушить. Все эти жнецы вооружены опасными мечами, но их щиты, усиленные бритвенно-острыми шипами, представляют еще большую угрозу. Всего один удар такого щита способен полностью выпотрошить жертву. Он прошу, чтобы в город ведут и другие пути. Падшие ангелы Малтаэля принесли в Вестмарш смерть. Они подняли из мертвых павших городских защитников и собрали из них армию жнецов. Когда-то эти солдаты защищали нас, теперь же стали палачами, вырезающими все живое на своем пути. Thank you.
выходи на улицу! А? Это конец света! Столько людей погибло! Повсюду свирепствуют жнецы! Есть другие выжившие. Генерал Торион защищал группу горожан, искавших спасения в Старом Закоромском соборе. Но, скорее всего, сейчас они уже мертвы. Посмотрим. Ощутил, как тьма застилает мой взор, а затем я полностью погрузился во мрак. В кромешной мгле вдруг забрезжил бледный лучик света, который начал вытягивать из меня жизненную силу. Меня охватило ощущение легкости, но я собрал остатки воли и дал отпор чудовищу. Мои глаза вновь стали различать яркие краски, и я увидел тень, парящую передо мной. В этот миг я пронзил ее своим копьем. Неупокоенные стражи некогда были личными телохранителями короля Юстиниана IV. Закованные, сверкающие, изукрашенную броню, изготовленные лучшими мастерами Вестмарша, эти доблестные и опытные воины не оставляли монарха ни. Однако самой яркой деталью их облачения были щиты, которыми стражи закрывали короля в минуту опасности. Яростного штурма. Зачем Малтаэлю понадобился Вестмарш? Он питается смертью. Каждый раз, когда его жнец кого-то убивает, Малтаэль становится сильнее. И когда ты уничтожил единое зло, Малтаэль решил, что теперь самое время завершить вечное противостояние. Но люди не имеют отношения к этой войне. Это так. Церковь! Там внутри выжившие! Со мной! Ахарат проклял нас! Все куда хуже, чем я ожидал!
Что это такое? Дева смерти! Остановите ее! Хайвалер! Я заберу твою душу! Обычный лучник попытался бы сбежать, когда я ринулся на него с оружием. Но не двигался с места, не сводя взгляда своих крестных глазниц с наконечника стрелы. Даже когда я взмахнул мечом, собираясь отрубить ему голову, он выпустил еще одну стрелу. Как можно сражаться с противником, которому неведомы ни страх, ни чувство самосохранения? Все возможное, чтобы задержать Нефалема. Сбор душ должен идти непрерывно. В этом залог победы Малтаэля. Мы должны найти Малтаэля. Где он? Я знаю только, что он не в Вестмарше. Он мог унести черный камень души куда угодно. Больше никаких зацепок. Есть небольшой шанс. Когда Малтаэль захватил камень, от того откололся небольшой осколок. Возможно, изучив его, я смогу узнать что-нибудь полезное. Изучай осколок, а я постараюсь помочь Вестмаршу. Воплощал мудрость, был главой совета, первым среди ангелов. И вот чем он стал теперь. Что случилось? После разрушения камня мироздания Малтаэль погрузился в скорбь и стал часто покидать небеса. Затем он исчез совсем. У него появилась связь с людскими душами, а точнее, одержимость ими. Познание смерти не его предназначение. Что бы на это сказал Ратма? Есть новости? Хотя осколок отделен от самого камня, между ними сохраняется незримая связь. Все изменения в камне отражаются и на осколке. Наблюдая за осколком, я пойму, что Малтаэль делает с черным камнем души. И если повезет, узнаю, что он замышляет. Если не повезет. Итак, Харадримы вернулись. Тираэль восстановил наш орден, чтобы забрать камень души с небес и защитить человечество. В конце концов, ты не можешь быть везде одновременно, каким бы могущественным ни был.